Привет, друзья! Вы находитесь на канале iHouse Термоплюс, с вами Олег Кузьмичев. И мы находимся с вами на нашем монолитном доме коробки Певчий Комфорт Класс, который построен на северо-западе Москвы. Мы снимали несколько серий, как строился этот дом. В дальнейшем просмотры начали падать, и мы сериал этот закончили. А сейчас я вам покажу краткий обзор этого дома. Также можете посмотреть 3D-проект, у нас подсказка. Посмотрите, можете кому-то понравится, можете перейти на наш сайт. И если вам понравилась эта планировка, заказать этот дом. Вот мы находимся на крыше дома. Красота! Парапет у нас тут. Это Певчий Комфорт Класс. Он может с простой крыши, может с плоской быть. Ну что, пойдемте посмотрим, что у нас здесь. На нее выведена лестница. Сейчас мы сделаем краткий обзор, прогуляемся по монолитной коробке монолитного дома, проект Певчий Комфорт Класс. Этот дом 200 с лишним квадратных метров, сделан на фундаменты. Фундамент у нас плита с ребрами вниз, утепленная. Здесь у нас крыльцо, вставлен терморазрыв. Ну, в принципе, вот у нас котельня здесь. Заказчик уже развел электрику, потому что мы все с инженеркой делаем, с футляры. Вот лампочка у него здесь висит. Дальше входим сам в дом. Вот у нас прихожая. В проекте у нас здесь перегородка есть. Заказчик от нее отказался, потому что на самом деле это так лучше. Вот у нас тут коридорчик. Дальше на первом этаже у нас спальня или кабинет, может быть. Площадь смотрите на нашем сайте. Сайт по ссылке в описании внизу под видео. Здесь большая гостиная. Единственное, она заложена утеплителем. Это пир-плита с обкладкой стеклохолст 120 мм 1200 на 2400. Продукция компании Пирогрупп. Почему не стоит покупать компании Профхолд? Вот здесь подсказка, вы сами поймете. Здесь у нас большая такая терраса. Тоже она с терморазрывом сделана, тоже снизу все утеплено. Кто хочет посмотреть, как этот терморазрыв сделан, смотрите сериал «Строительство монолитного дома Певчий Комфорт Класс». Подсказка. Нажимайте по подсказке. Дальше у нас что тут? У нас тут санузел на первом этаже. Это опять прихожая и лестничный марш. Поднимаемся по лестничному маршу на второй этаж. Коридор на втором этаже. Далее у нас здесь спальня. Для электропроводки. Здесь еще провода не вставлены. Свет уже есть, выключатели. Вот лампочки висят. Дальше у нас здесь санузел один, второй санузел. Здесь у нас гардеробная, здесь хозяйская спальня с гардеробной,
И еще одна спальня. Так, кратко. Самое интересное — это лестничный марш. Продолжение дальше. И мы находимся на крыше. Здесь парапет сделан. Вот смотрите, текстура. Это OSB фанера. Вот эта текстура, уже к этой текстуре, если OSB применять в качестве опалубки, дальше штукатурка прилипнет любая. Красота. Здесь колонны, дымоходы, вентиляция заключены по желанию заказчика в бетон. Но здесь у нас не будет эксплуатируемой кровли. Здесь у нас будет мансардный этаж. И чтобы площадь мансардного этажа была больше, заказчик решил поднять парапет. Вот видите, шпильки для мурлата уже сделаны. Так что из проекта можно сделать все что угодно, какую хотите крышу. Эксплуатируемую, плоскую, мансардный этаж. Кто хочет посмотреть проект, еще раз повторяю, Певчий комфорт класс. У нас на сайте все это есть. Дорогие друзья, станьте спонсором нашего канала первого или второго уровня. Скажите свое спасибо за это видео. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. С вами был Олег Кузьмичев.